Покажу вам холодильник. Мам, прости. Что есть? Это у нас... Гучжан. Так, дальше. Еще один гучжанчик маленький. Не знаю, как называется. Это маленькие креветочки. Но серьезно, вкусно с супом. Они очень соленые. Всегда есть чеснок такой. Обязательно всегда. Еще есть маринованный. Обязательно всегда в холодильнике есть сок. С яблоком и с овощами. Когда первый раз я увидела, не поняла, что это, потому что у нас так сок никогда мы не пьем. Но очень тяжело открывается. А, кимчи. Что должно быть в холодильнике? Кимчи, это что? Кимчи! Я хоть не переливаю. О! Мама всегда на стол достает очень много маленьких таких вот судочков. Это мясо. О! Кимчи еще. А, это мама недавно готовила. Яйца. Где тофу? Тофу! Серьезно, это очень круто. Я только в Корее видела такие большие мандарины. Очень вкусно. Это хеджу. Вы подаете яблоко и помидор вместе, томат. Но у нас такого нет. У нас томат это не как закуска или что-то еще. Серьезно, очень вкусная капуста. Ну, короче, ее едят с соусом камдзан, да? Но серьезно, очень вкусно. Почему-то она очень сладкая. Обычно в Корее очень много разных кимчи. Это что? Это тоже кимчи. Смотри. Острый пять. Серьезно, очень вкусно. О! Здесь кимчи. Это кимчи с лука. Выглядит очень мило. Смотри, очень маленькие головки. Блин, это новые штаны. Блин, прости, Андрей. В Корее есть специальный холодильник только для кимчи. Вот он. Та-та-та! Кимчи. 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 Зачем столько чеснока? Даже не знаю, для чего используют. Обычно кладут в суп, но это просто шкурки креветок, да? И тоже, это тоже используют, типа кидают пару штучек в суп или в рамен, готовят. А здесь все отдельно по пакетам. Это жареное молоко. Не очень вкусно, но серьезно очень удивительно. Кимчи. Серьезно, корейцы очень сильно любят ким. Ким везде. Здесь ким. Здесь ким. Здесь ким. Поехали. Поехали. Можешь остановить. Та-та-та-та-там. Дверь. Есть вверху. Обычно вверху это место для лекарств. Тут еще лекарства. И нижняя полочка для соусов и для йогурта. Есть йогурт питьевой, острый соус шрача, шрача, соевый соус, есть сладкие сиропы, чтобы делать сладкий кофе, и что-то во фляжке, томат какой-то. Переходим на основную часть. Это маринованные грибочки. Осенью. Маринованные грибочки. Также тут есть острый соус, если можно так назвать. Это аджика. Три банки варенья. Это яблочная, вишня и аджика салычи. Еще тут есть хрен. Есть красный хрен и белый. Сливочный и с буряком. Также тут есть творог. Чтобы завтракать. Много мёда. Это домашний мёд. Масло сливочное. Остатки яиц.
которые не поместились сюда. Молоко. Еще молоко. Кефир. Что-то. Что-то алкогольное. Это джин красный. Я не открою глаза. Самогон! Это домашний самогончик. Мой папа делал этот пирог. Я думаю, что почти у каждого украинца есть дома водка или пирог. Есть рис сваренный. Рис. Я люблю рис. Есть колбаса. Тут написано вершкова. Есть твердый кусок твердого сыра с орешками. Есть недоеденный булгур с мясом. Остатки. Еще нормально. Кусок лимона. Здесь у нас размораживаются сердца и свининка. Много закрытых огурцов, соленых. Тут они с чесночком. Очень вкусно. Еще обычно, даже когда доедают огурцы или соленые помидоры, оставляют жидкость, которая не делает то. Для того, чтобы, если вдруг вы пили на ночь, очень жестоко пили, чтобы утром можно было выпить и избавиться от будуна. Остатки супа. Есть 3 яблока, 1 гранат и 2 апельсинчика. Это мне видно? Тут у нас есть много лука, много картошки, белый, острый перчик. Красная свекла. Как выглядит свекла? Красная свекла. А! Чуть не уронила. Морковь и 3 зубчика чеснока. Ты прям не останавливаешь? Ну правильно, лучше. Конечно же, сало. Кусок замороженной свинины. Еще кусочек сала. Еще кусок сала. И много замороженного мяса. И еще сало. Сырники. Идет уже замороженные, порезанные предварительно и сваренные. Что это? Это грибы. Много-много-много. Вот так они выглядят. Они отваренные и порезанные. Вот у нас есть мороженое. Шоколадный обычный пломбир и с лимоном и шоколадом. Еще большой кусок сала. Что оно тут делает? Это грибы. Это разные виды грибов. Масло. Кабачки, которые мы помыли и натерли на тёрку. Еще кабачки. Смотрите, сколько их. Еще сливки. Это тоже с косточками, просто замороженные помыты. Так, вишенки тоже с косточкой, просто помытые и замороженные.